компания NEC4 мы занимаемся съемкой панорам для Яндекс.Карт. Сейчас я снимаю конкретно Керчь. Дальше поеду снимать Крым, побережье Крыма. Это идет, ну, плановое обновление панорам, потому что многое в Крыму изменилось, и необходимо, чтобы люди это уже видели на Яндекс.Картах. Мост снимался впервые, когда его только открыли. Была отдельная командировка именно для съемки моста. Вот. Сейчас это просто продублировали, потому что мост все-таки еще там строится, обновляется. Да, сейчас снимал мост, снимал Таманский полуостров, и поеду дальше. Сейчас пару дней поснимаю Крым, вы можете видеть меня этот автомобиль на улицах Керчи. Вот, и, соответственно, дальше поеду снимать побережье. Погода завишек, к сожалению, съемку невозможно проводить в дождь, но пасмурная погода не может остановить съемку. То есть главное, чтобы было светло. Соответственно, съемочный день примерно сейчас по уровню света получается где-то с 9 утра до 3-4 часов дня. Дальше уже темнеет, и уже получаются не такие яркие кадры, на которых можно все рассмотреть. Есть пешеходные зоны, дальше есть оборудование, которое снимает вручную. А, то есть возьмешь этот аппарат? Беру штатив, камеру, да, и иду снимать парки. Это парки, в основном пешеходные зоны, да, где-то парки, центральные? Да, парки, пешеходные зоны, где просто на автомобиле нельзя проехать. Обратно я поеду, соответственно, как закончу здесь, как закончу все задания от Яндекса, и дальше просто передам всю информацию в нашу компанию, где дальше будет идти постобработка, обработка света, расстановка кадров по правильной геопозиции, и, соответственно, дальше это все передастся в Яндекс, и спустя там, ну, не знаю точных сроков, но максимум полгода от текущей съемки, это все уже появляется на Яндекс.Картах, все эти панорамы. Это съемочная голова, которой подходит питание. Там стоят обычные объективы, которые делают фотографии в супер хорошем качестве, чтобы даже отсюда можно было видеть там вход в какие-то магазины, входы в подъезды, какие-то мелкие детали можно было разглядеть. Вот. Соответственно, это все дальше просто склеивается в одну панораму, все эти кадры соединяются, и все, и дальше это появляется уже на Яндекс.Картах, где люди это все могут посмотреть на одном кадре.